Как приобрести хороший смартфон, не потратив при этом кучу денег? Как, не переплачивая за бренд и лишние функции, купить недорого хороший гаджет? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете на канале Stupid Mad World. Также скоро будет розыгрыш смартфона OnePlus X. Подписывайтесь, ссылка в описании. А вы, с вами Юлик, и смотрите. Охуенный свитер, да? Я бы на этом ролике закончил. Но нет, хочу кое-что рассказать. Меня недавно позвали снова на телевизор. В телевизор, ребята, в телевизор, блядь! На этот раз на первый канал, в передачу «За кордоном». Называется, по-моему, «Мужское и женское». Я знаю, что там выпуск будет про какого-то проблемного пацаненка, типа из неблагополучной семьи, его отдали в детдом, из детдома отдали в семью, он там набедокурил, короче. В этой семье забрали всех детей. Я думаю, ну типа, похуй. Чё, блядь, мне до какого-то сироты? Но я пока там сидел, я просто охерел от несправедливости. Короче, вот... разжую. Ну или не совсем разжую, чтобы вам потом смотреть интересно было. Расскажу вот только самый пиздец. Есть, короче, семья, хорошая семья, она берет детей из детдома, там даже детей с раком, там специальное питание для них, все такое. Они для них даже блядский зоопарк построили. И, короче, вот они берут этого проблемного пацаненка. Он ворует телефон, сбегает из дома, приезжает органы опеки, забирает всех детей. Да, звучит скучно и хочется сказать, типа, и чё, это похуй. Да, так и есть на этом все. Нет. Нет, я там сидел, я проникся, так что посмотрите. Меня там, конечно, мало в конце, нам просто... Мы там сидели с какой-то ширмочкой, потом нам в конце дали сказать по предложению, типа, как мы к этому относимся. Все говорили одно и то же разными словами, но, типа, нет, все. Ачивка, Юлик на первом. Когда это там все смонтируют и объявят дату выхода, или я не знаю, или может она уже есть, я где-нибудь повещу тут на канале или в группе. Подпишитесь на всякий случай в группу, чтобы там не профукать это. Если есть какие-нибудь вопросы, то, не знаю, подпишитесь на перископ, я там в трансляции вам поотвечаю. На этом все. С вами был Юлик, пока.